здесь несколько вот таких павильонов стоит и рассказывают там о космосе, например. Хорошо, хоть упомянули Юрия Гагарина. Вот. Как у нас планета, из чего состоит и так далее. Вот здесь вот мониторы. А здесь по системе строения ДНК, как все это устроено. Ну, в общем, такие образовательные. Образовательные такие, как бы, быстрая программа. Вот он рассказывает о строении молекулярной ДНК, как образовалась, нуклеиды, все это, как жизнь получилась на Земле, разнообразие жизни и так далее. Ну, такой. И дальше павильоны идут, и можно проходить насквозь, сквозь кубики. И тут разные темы такие вот. Вот про мозг, устройство. Надо будет потом посмотреть, что здесь. Ну и так далее.